Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как всегда, хитом наших новостных выпусков является посещение экотехнопарка Skyway. И сегодня мы здесь как раз таки и находимся, и нашим собеседником является главный инженер закрытого акционерного общества струнной технологии Алексей Сергеевич Савин. Добрый день, Алексей Сергеевич. Добрый день, уважаемые зрители канала и инвесторы. Расскажите, пожалуйста, на фоне чего мы с вами снимаемся, что за работы проводятся, ну и потом, естественно, мы подойдем к легкой путевой структуре, скажем так, вкусное на третье. Да. Ну, на сегодняшний день первое монтажное управление промтехмонтажа начало монтаж анкерных опор грузовой транспортной системы. Вот это вы видите на экране. Идет установка металлоконструкции к фундаменту анкерных опор. Соответственно, ну, вы видите, что выпал снег. У нас сегодня первый снег, который так плотно лег, хотя и мокрый. Несмотря на это, на непогоду, дожди, которые были, работы продолжаются согласно графика строительства. Корректива погоды, конечно, вносит, но, как и в прошлом году, мы не теряем оптимизм. И все работы, еще раз повторю, что ведутся согласно графика. Понятно. А что на первой линии? На какой фазе она находится? То есть пассажирская, городская и высокоскоростная? Ну, на анкерной опоре станции у нас заканчиваются отделочные работы. Установлены окончательно фасады, витражи. Производится окончательно облицовка, штукатурка стен. Ну и происходит монтаж пролетов путевой структуры. Сварка и монтаж пролетов путевой структуры. Спасибо большое. Ну и давайте пройдемся все-таки немножко по территории и прокомментируем то, что происходит на легкой, которая вот-вот уже в ближайшие дни, наверное, начнет функционировать. И на месте прокомментируем. Хорошо. Алексей Сергеевич, ну вот мы сейчас с вами на максимальном приближении к легкой транспортной системе, на которой можем быть для того, чтобы не показать ничего лишнего. И именно поэтому нам так необходим комментарий главного инженера. Что же все-таки уже сделано, что предстоит и как скоро мы все-таки увидим испытание юнибайка? Ну, на сегодняшний день, да, мы все показать не можем, раскрыть всех нюансов. Мы находимся на последнем завершающем этапе монтажа путевой структуры. И вот уже совсем-совсем в скором времени, буквально чуть-чуть осталось дождаться, потерпеть, и на этой линии уже будет ездить юнибайк. Спасибо большое. А как вы предполагаете, успели ли мы в те сроки, которые обозначил Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор нашей организации? Безусловно. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-systems.com для того, чтобы не пропустить самое главное. И тогда в вашей жизни не будет плохой погоды. Строй Skyway! Спасай планету!